Всем здорова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем с вами в такую вот игрушку под названием Creepy Nights at Freddy's. Я помню то, что я когда-то давным-давным-давно ее записывал, но на четвертую ночь, по-моему, я там так и остановился. Я так и не помню, почему я забросил прохождение, но мне кажется то, что из-за того, что никуда ничего у меня не приходило. А сейчас я думаю то, что в преддверии того, то, что выходит новый FNAF, а именно FNAF Plus в ближайшее время, который я обязательно буду снимать, и по трейлеру, который я один прикол уже сделал, да и в ТикТоке у себя выложил. Ссылочка, кстати, на ТикТок, который я иногда что-то так вот на отшибись и выкладываю, будет в описании. Ну а мы начинаем, опять начинаем с четвертой ночи. И я хочу прям себе поставить челлендж, то что не заканчивать серию, пока не пройду вот эту гребаную четвертую ночь. Потому что я помню то, что меня эта четвертая ночь в... тот раз так доконало, то что, скорее всего, я из-за этого решил пока что приостановить прохождение ФНАФца. И я тут пока что зашел, немного подвспомнил что да как. Я вспомнил то, что Фокси можно стопить за счет этих, за счет вот нашего вот этого вот фонарика, как в ФНАФе втором. И, кстати, я видел то, что на ФНАФ второй есть тоже Creepy Nights, но с карты уже из ФНАФа второй. Так, самое главное сейчас следить, чтобы кое-какая собачара тут не появилась, потому что мне она один раз подгадила, дай боже. Просто взяла, меня ослепила, пока за мной вот эти вот два чибика гонялись. Так что я лучше пока что сюда встану. И еще одно но, то что вот прямо сейчас, перед записью, когда я пробовал, типа заходил, что да как тут снимать мне, да, будь нормально или не, Чика заходила вот в это вот помещение. Чика чисто заходила в это помещение и... Ты же ко мне не ё... А, ты, сука, ко мне идешь. Окей. Так, кстати, чел у нас там что-то болтает. Блять. Я уж и забыл про это. Так. Чикулик, ты где? А, Чикулин тут. Все. Сейчас она доходит. Сейчас она сюда доходит. Самое главное следить, чтобы сзади никто не подошел. В принципе, можно будет сейчас дверь закрывать. Самое главное, что я понял, это следить за... электричеству. Вот самое главное, следить за электричеством, чтобы у нас электричество, как говорится, не иссякло. Ну, еще за Фоксином. Так, вроде бы в четвертой ночи еще Фредди ходит, как я помню. Но что против него, какой прием работает, я не знаю. Я чисто не знаю. И единственное, что можно было попробовать, это побегать вот там вот в пиццерии. Блять, 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 ты сука такая, я уж о тебе забыл-то, а? Стоп. А какого хуя? Не понял. А что это, блядь, сейчас было? То есть, стоп. Мне это говно сейчас взяло и выломало дверь? Я чего-то совсем не понял, типа... А что, а... What the fuck are you doing? Что сейчас, блядь, произошло? Такого у меня не было. Ну, как говорится, вернулся в Creepy Nights и появились какие-то, я не знаю, метаморфозы. Может быть, там я в записях у себя посмотрю. Что-то такое было, но то, что Фредди пришел не со своей стороны, и еще, блин, плюс еще мне дверь выломал, я охуел от этого сейчас полностью. Так. Мне показалось, или кто-то или что-то напел такой. Или у кого-то уже шиза просто пошла. Так, Чика активировалась. Возможно, Фредди к нам пришел, выломал дверь, потому что мы на него не смотрели через камеры. То есть мы на Фокси через камеры не смотрели, он к нам быстренько прибежал. На Фреддика, я думаю, то, что действует такая же хуйня, и я лучше сюда опять зайду. А то мало ли там собак. Так. Мне кажется, ли Фредди активировался, у него глаза аж немного посветлели. Так, Фреддик пока стоит. Не, я думаю то, что все-таки, я пока что тут, так, Боник, сука, куда ты пошел? Так, окей, я бегу тогда сейчас туда. Так, Бонярий, ты где? Бонифидзе. Так, я лучше тут закрою пока. Так, проверяем Фреддика. Он стоит у нас там. Это мы все проверили нормально. Так, у нас пока тут Чикулин походит.
Так, где там у нас этот, Короляндий? Зайчатин, а ты где? Самое главное, чтобы Зайчатин меня не доставал. Так, я знаю, то, что сейчас сюда Фокси прибежит, да? Вот, давай, подходи, впереди бомб дверь, сейчас тебе закроем. Он еще пока что идет даже. Так, Фокси где? Фокси только-только у нас выглядывает, и я опять же посмотрю на Фредди. Вот, какого хера ты мне решил дверь выломать, я не знаю. Но я надеюсь, то, что эта ночь довольно-таки быстро пройдет, и... Кстати, когда я пробовал, типа, тестово попробовать, пройду я или нет, я почти чуть не прошел. Но такой думаю, не, оставлю этот момент на записи, чисто пошел уже к Фрей. А вот наш Фоксянди, про которую я уж почти забыл. Так, где? Где Фредди? Где Федоренко? Так, с его пока что я что-то не вижу. А, не, он там пока что стоит. Но я не знаю, что я такого сделал, что на нас Фредди просто взял... Пошел не со своей стороны и выломал дверь. Возможно, тут ворох действий надо сделать, чтобы он к нам именно так целенаправленно пошел. Но, да блин, ты сука такая. Так, тут чё? Тут ничего? Тут чё? А, тут Фредди. Или... А, не, Фредди уже там стоит. Все, все нормально. Так, а где у нас этот Бахляндий? Боник. Боник, ты где? Как бы я мог бы сейчас открыть эту дверь, но я вот уже вижу эти глаза напротив. Пизды хотят не дать. Эти глаза напротив. А, нету. Ух ты ж, нормально. Самое главное тут сейчас экономить нам электричество. Так. В принципе, Фокси пока не идет. Бонни я пока что тоже не вижу. Вроде бы его тут нету поблизости. Так что. Так, ну Чики тоже тут нету. Я особо так бегать не буду. А, вот Бонни, как говорится, вспомнил солнце вот и лучик. Так, Фредди к нам пока не идет. Я надеюсь. Да блин, да иди ты, а. Я нажимал сейчас, блин, уйти вправо. Он почему-то не хочет идти вправо, а. Левосторонний человек. Так, иди-ка ты нафиг, Бонни. Ага, Фредди у нас опять перебежал. Как минимум один раз я так понял, то, что Фредди должен нам в стенку сюда удариться. Ну или он же должен как-то удариться в другом месте. Хотя я не понимаю, что послужило ему триггером для того, чтобы он пошел меня просто атаковать. Чтобы он меня пошел просто атаковать. И давай, Чика, пошагучку, потихонечку сюда иди. Давай, помаленьку, потихоньку. Кстати, есть такая вот идея. Когда Фредди подбежит вот прямо сюда, его как-то сагрить, отбежать в этот в столовый зал, да, и чтобы он прямо на нас побежал. Так, у нас 2 часа ночи, 59%, это что за херня, а? Блин, у нас только 3 часа ночи сейчас наступит, но он уже 59%, а ну-ка свалили нахуй отсюда. Я чувствую то, что эта ночь будет проигрышной, но... Так, открывание двери. Дверь открылась, дверь закрылась. Вот даже по звуку сейчас было слышно. Да, я знаю то, что я сейчас проебу электричество, но... Так, Бонни уходит. Фокси нету. Так что мы можем сейчас открывать дверь. В принципе, мне кажется, что Бонни ушел куда-то недалеко. А именно вон туда он куда-то ушел. Еще он повернет опять в мою сторону, да? Ведь так, Короляндий? Да, я был прав, то, что Бонни сейчас и пойдет ко мне. Ладушки. Так, берем сейчас тогда, делаем следующее. Бонни, подходи. Подходи, подходи. А ну теперь уходи. Все. Как говорится, я тебе говорил, подходи, ты вовремя не пода... Блять, мне показалось то, что там какой-то аниматроник стоит, а это, блин, просто так стекло искажалось. Так, у нас 44%, 3 часа ночи. Это очень даже у нас хуево. Выходит все, так. Блять, мне нужна комната, где... Ага, тут играет музычка. Так, Чик у нас съебывает нахер. Так. И в принципе... Сейчас где-то должен подойти Фредди. Сейчас где-то должен подойти Фредди и... Шел нахуй. Шел нафиг. Так, теперь можно дожидаться, когда тут никого не будет.
И в принципе, так, Фокси, тут все тихо. Блять, а Бонни где? Ага, Бонни уходит. Фокси, если в Фокси все тихо у нас, то мы можем сейчас сделать следующее, а именно, так, Фокси, ты пока что тут постой. А именно, постоять именно где-то тут. Чика, нахуй ты ко мне идешь, иди к Фредди, он тебя там ждет, у вас там свиданка, а? Вы пришли долги за свет выбивать, все, меня там нету. Выбивать долги вам не с кого. Ну, Чика, ты, блин, настырная такая курица, а? Ты курятина настырная такая, хули ты за мной тащишься? Фредди, угомони свою подругу. Угомони ее, блядь. Блять, и сейчас 100% ко мне и этот прибежит хер, да? Ладно, я как бы немного от них тут побегу. Немножечко побегаю я тут от них. Так, в принципе... Ага. Но если ко мне сейчас еще Фредди прибежит, у меня как раз и стамина нету. Это будет заебись, потому что мою будку занял кролик, заебись. Как было в сказке про лису, которая кролика выгнала, то тут кролик решил поступить по-своему. То есть он решил хозяина будки, то есть меня, выгнать. А сам пока что... Оба. Мы пока что тут закроемся. Блин, 4 часа ночи, 21%, а? Так, Фредик отсюда, видимо, отошел. Ведь так? Да, Фредик отсюда отошел. А, так, Чика к нам сюда пока подходит. В принципе, будь у нас процентов чуть побольше, я бы с уверенностью мог бы сказать то, что мы выживем. А так, в принципе, у нас почти, блин, тут это... Почти 6 часов утра, так. Но если или Фредди, или Фокси прибежит и подолбится сюда в дверь, то это минус процента электричества. Блять, все, у нас минус процент электричества. Но это как бы все, это фиаско. Это у нас будет ебаная фиаско. Так, где? Где, блядь, этот кроль? Ну все, я, короче говоря, понял то, что у меня кончилось электричество. Один час нам осталось отсидеть вот где-то. Даже не час, а одну минуту нам осталось тут пробыть, и все, и мы пройдем эту ебаную четвертую ночь. В принципе, я, скорее всего, слишком много электроэнергии пожрал в самом начале. То есть, они должны были сюда прийти, я должен был отсюда убежать. И вот Фокси, ну да, 3%. Угу. Так, блять, Бонни где? Мне надо сейчас информацию по Бонни, где он? Ох, твою-то мать, а. Да. Да. Здорово. Чё, как жизнь? Как дела? Песенку решил мне спеть. Заебумба. Я побежал от тебя нахуй. Не, он бегает намного быстрее. Да. Он бегает намного быстрее, блин. Ладно. Сейчас все будет, сейчас мы все сделаем. Сегодня у меня цель очевидная. Закончить четвертую ночь. В следующей серии будет уже цель закончить пятую ночь. А уже потом можем посмотреть и шестую ночь, если уж вы захотите, чтобы я ее прошел, то, как говорится, пишите об этом в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. А чтобы не пропускать новые видеоролики. А я пока что... так, я не знаю, возможно, этот фонарик тоже как-то жрет электроэнергию. Возможно. Такое может быть, но... так, а можно как-то... Хотя не, вентилятор, мне кажется, будет... Можешь проверить один из костюмов в задней комнате? Господи, а я уже думал то, что там ко мне кто-то постучался с той стороны, а это там у него в телефонном звонке. Так, ну вот они пока что сейчас идут. Чика должна сейчас пойти куда-то в унитаз, да? Пойти куда-то в туалет, возможно, ее приперло среди ночи. Как и... Вот напишите в комментариях, вот у вас жизненно то, что вас среди ночи может припереть, как говорится, в туалет. У меня как бы это может быть жизненно. Так, Фредди пока что у нас тут стоит, и лучше его не игнорить, а именно... Так, сейчас... Ты, господи, блядь, it's me. Я знаю то, что это ты. Так, с Фокси тут, Фредик у нас он здесь. Все, так что пока что мы можем тут стоять. По идее. Так, Бонни я вижу, Бонни идет. Чика тоже идет.
Бонни, в принципе, идет ко мне, Чика тоже ко мне, и в принципе, можно было бы их вот так как-то Блять, я чуть сзади себя Бонни не подпустил, а, как говорится, если бы я подпустил кролика, то, значит, пиздец был бы моей дырки. Было бы все у меня очень и очень печально. Так, по идее, блять, мне нужна фармера на Фоксина. Там ничего, блять. Мне показалось то, что сзади где-то кроли этот уже. Так. Фредди начал свое, блять, движение. Свое молодежное движение. Эх, блять. Фредди. Ну, господи, сука. У меня там Чика все заняла. Так что извини, Фокси, беги туда нахуй. Потому что просто я знаю то, что Фокси сейчас ко мне побежит. С разостями. Так. Все, блядь. Так. Ой-ой. Чика, как говорится, здравствуйте, до свидания. Сейчас ко мне должен Фоксян пробежать, да? Да, сейчас должен ко мне прибежать Фоксян. Так, Бонник где? Где, блядь, этот Бонник? Окей, его нету, да и хер бы с ним. Можно открывать дверь. Так, а что у меня там по электричеству? 82% 1 час. А в смысле 1 час? Уже 2 часа почти. Не надо меня в заблуждение вводить. Так, как раз к нам вот этот вот кроль идет. Так, Чикель где у нас? Где у нас Чикель Чилель? Ага. Короляш идет сюда. Давай. Вот мне, кстати, было бы интересно посмотреть на перезапуск первого ФНАФа. То есть, возможно, там какие-то новые механики добавятся. Возможно, хер пойми, что еще добавится. Так, мне кажется, что Чика стоит где-то здесь. Вот самое А я его не вижу. А я Фреддика не вижу. Так, да блин, быстрей давай, стрелка минутная, стрелка секундная, тянись. А, ну, стоп. К нам Чик. Господи, ёб твою мать, у меня тут была дверь закрыта просто так. Просто я знаю то, что может быть такой момент, что я открою, тут стоит Чик, и закрыть я уже ее не смогу. Как бы эта дверь будет сломана окончательно. Оба. Все. Бонни у нас где-то здесь должен стоять, да? Ага. А я пока что ничего трогать не буду. И, кстати, я не понимаю немного тематику вот этого вот первого ФНАФа. То есть, как я помню, я давным-давно в оригинальном первом ФНАФ пробовал играть. И там, если ты не трогаешь камеры, то электричество идет намного-намного быстрее. Ага, Бонни тут, Фоксян тут. Мне нужно, жизненно необходимо, чтобы Фредди подошел сюда. Чтобы Фредди подошел сюда, и потом я мог как бы... Окей. Так, Фреддика я не вижу. Фредди подойдет сюда, я могу убегать туда, и в принципе, чтобы жизнь была у меня немного веселее. Я бы мог там сейчас открыть дверь, но... я боюсь то, что как бы у меня там не случилось... Не случился план капкан. То есть сюда прибежит Фреддик сейчас, да? А там уже будет стоять Бонни с Фокси, которые будут меня поджидать с распростертыми объятиями. Вот я же сейчас жду сюда Фредди. Так, Бонни уходит. Чика приходит. Сейчас я посмотрю на Фокси. Фокси стоит. Чика просто сюда опять подходит. Так, закрываем. Бонни сейчас где-то в той комнате, да? Просто если сейчас сюда побежит Фокси, его можно будет застопить. Его можно будет остановить сейчас. И спокойненько зайти в свою каморку. Самое главное, чтобы там вот Фредди в той комнате остался. Если он прибежит сюда... Блять, пожалуйста. Ага, Фреддик тут. Все, Фредди тут. Так, смотрю на Фоксина. Так, Бонни куда-то ушел. В принципе, я могу сейчас бежать совершенно спокойно. Вот сюда. Вот совершенно, вот просто совершенно спокойно.
Да, я там закрыл дверь, но... в принципе... Блять! Господи, я тебе даже забыл-то уже, а! Ты, блин, крольчатина такая! Крольчатина невозможно. Вот, мне интересно, можно было бы туда зайти, в этот... в эту комнатку? Блин, они уже целенаправленно за мной сейчас идут, и... Ладно, я подожду, пока они подойдут сюда. Но если Фокси за мной побежит, то он побежит целенаправленно за мной. Так, давайте сюда. Сюда. Затем обхитрим вас немного. А самое главное, их сейчас тут немного поводить. Так, Фредик там у нас пока что стоит, чилит. Ага. Ага. Значит, сейчас Фредди должен уйти, да? Сука, он еще тут стоит. Ладно, я пока что тут подожду. Пока что я подожду тут, мало ли. Бонни, пока своим черепашим шагом ко мне дойдет. И даже если Фокси ко мне сейчас побежит, я уже успею их остановить. Как бы приостановить. Сука. Не надо на меня вот эту свою рожицу посылать. Блять! Суки, все-таки сломали мне кнопку, а? Я думал, блин, какого хрена? Я сейчас нажимаю, ничего не... Не происходит. Так, я сейчас немного тут побегу, и я надеюсь, то, что я наконец-таки пройду эту ночь, потому что, блин, ко мне уже и тот засранец приходил, и Чика, и Фредди несколько раз ко мне приходил. Для полного счастья не хватает, чтобы на меня еще Бонни побежал. Ой, не Бонни, а этот, Фокси побежал. Но мне стало интересно одно но. Вот Чика у меня заходил вот в эту вот секретную комнату, да, где в ФНАФе симуляторе, там сидел у нас Голден Фредди. Но мне интересно, а есть ли тут Спрингтрап, как в этом, в ФНАФе симуляторе, где он тут за стенкой был? Правда, я тут пробегал, там не было никакой вот кирпичной стенки, там была всего лишь дверь. Но мне все равно интересно. Блин, и судя по времени, сейчас где-то должно быть 5 часов утра. 5 часов, сука! Давай, давай, часики, идите побыстрее! Ко мне уже и Чика, я, блин, перед еблом дверь закрыл, ей было вообще, ей было насрать. Она взяла, прошла сквозь дверь. Просто как бесцеремонная какая-то курица взяла и прошла дверь. И мне уже эти аниматроники понятны, как я не знаю что. Вот, да, да, я просто смотрю там на время, которое сзади охранника висело, и я такой, так, 5 часов, в принципе, можно было бы... там остаться, но там электричество сжирало бы, дай боже. Я открыл все двери и просто такой, не-не, я лучше сбегу. Так, что мне тут скажут? Так, это мы вырубаем сразу же. Ну чё? Ты вырубишься? Ну и... Мне было приятно вас послушать. Кстати, да, мы играем за вот этого вот фиолетового чела, который у нас тут немного разлагается. И так, они уже активизировались, они уже пошли. И не, я не знаю, я попробую, конечно, сейчас попроходить пятую ночь, но в принципе, я думаю, то, что можно, в принципе, на этом пока приостановиться. Так. А вот в пятую ночь хер вы пойми, что может быть. Так, у нас тут Бонни. Сейчас, скорее всего, Фредди может активироваться прямо сразу. Прям сразу, не ждать своего времени. А вот прям сразу сказать то, что... А, я вот хочу активироваться, да и все. Как активированный уголь активировался, да? Так и Фредди хочет активироваться. Так, Чика, ты пока что тут покружи, поманти. Вот, а теперь я пошел к Бонни. Смотреть, куда он намылился. Ага, Бонни намылился в свою комнату, а теперь уже ко мне идет. Так, Фредди я пока что не вижу, но мне вот что интересно, то что как они будут себя вести. Они уже агрессивно пошли в мою сторону, как в принципе в четвертой ночи они пошли в мою сторону. Вот, так, давай, Чика, иди-ка ты нафиг. Ага, то есть Фредди тут даже на меня сейчас смотрит. Так, с Фокси уже побежал, да, на свою исходную позицию. Давай. Лис Пират, ты где? Сейчас он должен прибежать. Ага, Чика тут стоит, типа, с глюками каким-то сигнал со спутника получает. Так, где-то тут сейчас должен пробегать Фоксян. Так, ага. Сейчас Фокси бежит. Давай, беги. Беги ты, Лис, беги. Ах ты, сука. Я думал то, что Бонни тут стоит, а он какого-то хера уже успел уйти. Так.
Это я так оставляю. Фредди стоит у нас там. В принципе, у Фредди я заметил такие вот три позиции, куда он может перемещаться. Это вон та позиция, где он сейчас стоит. Позиция вот тут вот между проходами, чтобы он выбирал, в какой проход ему пойти. И вот здесь. В принципе, я больше нигде не... А, не, я видел, что он еще сюда прибегал. В принципе, должен быть сейчас Фредди играть более агрессивно. Потому что с Фредди больше всего проблем. Вот серьезно, с Фредди больше всего проблем. И пока я за ним пытался уследить, за этой сукой, я не замечал того, как я, блин, к Бонни подхожу. А, у нас тут кнопка сломана, оказывается. Либо я недостаточно близко подошел. Ладно, сейчас я проверю. Если тут кнопка сломана, то значит у меня выход только один через вот эту всю жопу. И именно отсюда. Так. А, блядь. Ладно, я скорее всего не так навелся. Так, а где, где Фоксян? А где Фоксяндр? У нас, кстати, блин, один час и... Не понял. Как, блин, время-то тянется? Господи, мне кажется, что тут сложность, ну, немного подбавили интеллекта аниматроникам, да? И, блин, капец, как сделали, чтобы время тянулось. Блин, вот оно сейчас тянется и тянется и тянется. Так, а где там у нас вот этот вот кроль? Кролик у нас... Кролик у нас сейчас под дверью где-то, да? Ага. Так, они тут с глюками, тут. Так, тут нету. Ага, Чика тут получает сигналы из космоса. Блин, я знаю то, что я еще не пройду эту ночь, но... Так, иди нахуй. Но мне хотя бы было бы интересно, до скольки я могу сейчас продержаться. И самое главное, что у меня может тут быть и жопа, это у меня здесь электричество. Вроде бы как в кладовке можно было бы электричество врубать, но... Но как это сделать, я вообще не представляю. Так, Чика, иди-ка ты нафиг, а? Сигнал со спутника получай, и хорошо. Ага, Фредика я не вижу. Боник у нас ушел, значит, мы можем открыть дверь. И значит, да, кнопка не сломалась, я, значит, не подошел достаточно близко. И... самое интересное сейчас вот в чем. Конечно, мне надо так, чтобы я с Бонни не встретился. Это ушастая жопа сюда идет. Так. И чтобы Фокси меня там не преследовал. Потому что Фокси, ему вообще как Фреддику, ему насрать. Бежать в эту будку или бежать прямо на меня. Так, а, вот он, вот он, вот он бежит. Как говорится, паровоз впереди идущих. Никого нет и отстающих, да? Так. Ага, Фредди у нас здесь стоит. Так, Чика идет сюда. Стоп, Чика. Чика, Чика, Чика. Чика, лика, пика, 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 блядь. Господи, я думал, то, что я сейчас вырулю, на меня там Фредди бежит. Но, в принципе, как я и предугадывал, то, что Фредди действует намного жестче, чем предполагалось бы. Но мне кажется, то, что я как раз на этом буду заканчивать. Потому что, в принципе, я челлендж сделал. То есть, я прошел вот это вот так, это на стоп. Я прошел вот эту вот четвертую ночь. Как я и говорил, то, что я не закончу серию, пока я не пройду четвертую ночь. С вами был Найт. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов по данной игре, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока. Ёбаный в рот, блядь, пидорасовы баги! Сука!